Голубцы, которые я делала, очень вкусные получились. Фарш там куриный и рубленное мясо, грудки, рис. Вот сейчас ужинаю с горчичкой. Свинтус. Уронила. Ты что, ты покушал? Ты съел уже? Он съел свои котлетки и ел супчиком, да? Покушал, молодец, какой зайчик, такой облизывается. Вкусно было, да? Ты пришел маме помогать, да? Я сделала тесто, здесь мука еще не убрала. Сделала тесто на булочке. Как я делала уже. Да, поставила в духовку на 40 градусов. Что-то тут жарковато. Он уже поднимается. Вот такое тесто. Мне оно очень понравилось. Я взяла с канала «Это просто». Вот оно, такое воздушное. Я уже делала и булочки, и пирог с этого теста. Очень вкусное такое. Вот. Поставила в духовку, чтобы поднималось. Сейчас поднимется. Что-то тут жарковато. Надо убавить маленько. Это где я выпачкалась? Выпачкалась обо что-то. А, наверное, вот. Точно. Нифига тут сажа. Пусть растаивается. Еще 30 минут ей буду печь пирог и булочки. Иди. А то мы уже все слопали. Вот кушаю. Горчичку достала свою, которую я делала. Горчичка. Джей, ну так-то мне не нужен помощник-то кушать. Иди отсюда. Очень вкусные получились. Я их делала в духовке, в огнеупорной глиняной форме. Вкусно. Раньше на плите делала. А сейчас вот на плите булькает, потом бежит все. А в духовке хорошо эту форму, кастрюльку поставила на противень. Пока там, что я делала? Крышечкой закрыла, покуда она нагрелась, покуда она там все сделалась. Ну, такой запах был вкусненький. Вот. Зажарка такая тоже здесь. Зажарка получается. Капуста то, что оставалось от качанчика. Заморозка. Помидоры. Перец сладкий, который у меня в теплице рос. Лук репчатый, там две штуки. Морковка, сельдерей. Сахару добавила, чтобы вкусно было. И заливку делала сметану с водичкой. Размешала там ложку сметаны большую. И с воды 50 миллилитров или 70. А, даже не 70. Ну, целый стакан 200 миллилитров воды. И на этот стакан я добавила столовую ложку сметаны. Чтобы вот так нежно получилось. Нежно, вкусно. С горчицей давно не ела. Уже год этой горчицы стоит в холодильнике, ничего и не делается. Надо купить курицу целую на Новый год. Сделаем и сделать такой, знаете, рецепт. Одеваешь курицу, наливаешь литровую банку там или двухлитровую берешь, наливаешь воды больше половины, насаживаешь на эту банку курицу, обмазанную в специях, там майонезе, ну, кто чем любит. Я обмазываю майонез горчицей. И очень вкусно получается. На банке она такая зажаристая, вкусная. Так что, такой мукбанг. Рецепт я выложу чуть попозже, как я делала. Там будет общий. Там помимо голубцов я еще делала вареники. Это вчера я делала. И голубцы, и вареники делала. День, короче, был. Возле плиты стояла весь день. Очень вкусно. Приятного аппетита всем, кто кушает. Кто ужинает, приятного ужина. Кто обедает, приятного обеда.
Они очень вкусные. То есть здесь помимо фарша еще рубленое мясо грудки. И перемешала с рисом, добавила соль. Чуть-чуть сахара, соль, да, соль, специи там. Ну, все, и сделала такой фарш. Листики капусты. Я люблю это дело. А с болгарским перцем получилось, как моя мамочка делала в детстве нам. Ну, она сейчас не едят они такое, не любят. А там, в Луганской области, она оттуда, Лисичанск, город Лисичанск, оттуда там все, на Кубани все это, все так делали. В Крыму, на Кубани, перец болгарский там растет очень много. И там перец болгарский, этот сладкий перец, везде суют. И мне очень нравится. Я такая всеядная. Я и капусту тушу, и фарширую, и перцы, и все на свете. С болгарским перцем нотка такая интересная, вкусная. Ну вот видите, я с вами разговариваю, и я все съела. Вот эту зажарочку я очень люблю. Я раньше любила, я сейчас томатной пасты делала. Томатный соус, томатная паста. Но в последнее время вот делаю натурально все. Только овощи. Так что всем всего доброго, хорошего вечера, хорошего понедельника. Плодотворной недели. У нас уже вечер, темно. Сейчас буду делать пирог, булочки. Всем пока-пока. Подписывайтесь на мой канал, кто еще не подписался. Ставьте пальчик вверх, если вам понравилось видео. Не понравилось, ставьте вниз. Пишите комментарии. Я не кусаюсь. Вот такой хороший, уютный домик. Да, персик? Выглядывает там персик. Ух, какой красавчик. Куда ты пошел? Да, мяу-мяу, да. Что? Мама кушает? Ты мне тоже решил помочь? Столбик любит стоять. Ни один кот у нас не стоял вот так столбиком. А этот стоит. О, хвост какой. Всем до новых встреч. Пока-пока.